Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Суббота, 18 июня, время 22 часа 1 минута, и мы проводим очередной эфир, день 115 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады видеть. Добрый вечер. 100 тысяч человек нас смотрят, как обычно, этим к 100 тысячам я и обращаюсь, для того, чтобы, несмотря на субботу, нас посмотрели как можно больше. Сами знаете, что делать. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. По ссылке в описании к этому видео вы можете пройти и подписаться там тоже. Ну что же, тогда тебе слово, что за день произошло. Ну, у нас без существенных изменений. Как бы бодаемся в тех же местах. На севере Харьковщины, в районе Изюмщины. Российские войска пытаются наступать очень сильно. Ну, основные, давайте скажем так, основные направления давления — это от Изюма на Славянск и от Попасной на север туда. Бахмут и на перерезание Северодонецка. Трассы Бахмут-Северодонецк. Кстати, там они выгребли на трассу в течение суток, но тут же получили люлей и отгребли обратно. Немножко, да. Но находится близко к трассе. Другое дело, что ее давно фактически не используют. Уже пути снабжения проходят немного другими путями. Северодонецкие бои, основные бои южнее Северодонецка, юго-восточнее, на подступах к городу. Вот. Пытаются они двигаться от Ясиноватой на север, туда в сторону Торецка. И в сторону Покровска, условно говоря. На Запорожье... Мы сейчас карту, Алексей, показываем. Как раз да. Зону боев Северодонецк и от Попасной, и вот все видно. Да, на запорожском направлении у них особо ничего не происходит. И у нас тактические разборки, стрельба артиллерии друг по другу. То же самое на Херсонском. Вот. И из значимого такого, вот, это то, что происходит с ракетно-артиллерийской войной в течение этих 2-3 суток. Дело в том, что мы за последние 3 суток уничтожили не меньше 7 складов на территории, занятой противником. Крупных артиллерийских складов, в котором там по 1000 тонн боеприпасов за раз и больше. Это крайне нервирует. И они пытаются мстить нам, нанося удары по городам. В частности, за сегодня был удар по Харьковщине, удар по Днепропетровщине, удар по Николаеву. С попыткой бить по предприятиям, либо по нашим военным складам, либо по предприятиям, скажем так, где хранится ГСМ, либо производится, либо так шире, скажем, горюче-смазочные материалы. Ну, как обычно, только если и попадает в цель какое-то количество ракет российских, то это далеко не все. Там есть погибшие среди мирных жителей, удар по Харькову, удар по Николаеву. Унес и жизни, и пару десятков раненых, а может быть и больше. Сейчас подсчет продолжается. В общем, такая история. Мы бьем по военным объектам, они бьют по, как бы, по тому, чему могут. По банку целей, в которых там объекты либо двойного назначения, типа склады ГСМ, либо производства, либо наши же военные объекты. Другое дело, что мы бьем точно, скорее даже так. Мы всегда учитываем возможность того, что пострадает гражданское население. И никогда не бьем, когда есть реальная опасность. А вот российская армия не склонна стесняться в этом отношении. Как бы, если есть возможность ударить по гражданским, то, вернее, или сопутствующий ущерб, как бы, предполагает смерти гражданских, они никогда не стесняются. Никогда. Так. Вот смотри, вопрос такой тогда по Харькову. Mm-hmm. Ты считаешь, что ситуация не изменилась с самого начала, и угрозы Харькову по части возможного наступления именно там ее не существует? Может быть, это как-то... Существует соответствующая, совершенно реальная угроза Харькова. Там дело в том, что в Белгородской области на границе собрана пристойная такая сборная солянка российская. Ну, где-то штук 5-7 БТГ. Которые, будучи введены на направление, могут доставить Харькову крупные неприятности. Они не возьмут город, сразу говорю. Но продвинуться ближе к Харькову, поставить под его угрозы массированных ударов артиллерии полевой, они могут. Кроме того, там есть еще небольшой такой сборный соляночка армейской авиации. То есть штук 6 штурмовиков и штук где-то 15-18 вертолетов на этом направлении. Что, в принципе, может доставить нашим войскам и мирным жителям большие неприятности. Там. Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом. Не особо переставал им быть.
Но был период, когда мы там якобы, ну, не якобы, а действительно вышли границы, двинулись на Печенежское водохранилище и так далее, и так далее. Сейчас, да. Сейчас мы откатились. И по Харькову бьют полевую артиллерию, и эта ситуация еще может ухудшиться. Харьковчанам это надо учитывать. Высшее военно-политическое руководство это знает, принимает соответствующие меры, но война есть война, и каждый снаряд не поймаешь, как мы понимаем. Ну, и везде, ну, сильным, да. Везде сильным не будешь. Поэтому Харькову грозит совершенно реальная опасность. И у меня убедительная просьба харьковчанам, которые нас смотрят, не, отнюдь не пренебрегайте сиренами воздушной тревоги, опасностью и так далее. Вы это знаете лучше, чем я. Но как бы, это тот случай, когда лучше озвучить еще раз. Как бы, да? Потому что по Харькову ночью Искандерами били, по некоторым данным, из Белгородской области. То есть там такой расчет, как бы, взаиморасчет пошел жесткий достаточно. Так, но это какая-то попытка то ли отвлечь, как ты раньше говорил, силы от эпицентра в Северодонецк или Лисичанск трассы и так далее, ну и, соответственно, на Бахмут и... Краматорск и Славянск, или же это какой-то самостоятельный план? Нет, это предельно логично в своей жестокости и военная история. Заключается она вот в чем, что пока мы выматываем российские силы там, от Изюма до Северодонецка и Попасной, грубо говоря, удерживая оборону и заставляя их нести потери, мы хитро подбираемся к Херсону. А, значит, левой рукой прикрываемся, правой бьем, или там правой прикрываемся, левой бьем. А они, соответственно, пытаются сделать тот же трюк с Харьковом. Чтобы мы отвлекались, соответственно, и не особо там наступали на тех направлениях, которые для них опасны. И тут кто кого, это война. Но сил-то имеется достаточно для обороны Харькова, понимаешь? Взять Херсон и потерять Харьков? Не-не-не-не-не, ну Харьков не возьмут железно. Это здесь можно не волноваться. Другое дело, что бить будут по Харькову, бьют и будут бить, наверное, еще некоторое время. Это доставит большое количество... Ну, даже не знаю, как сказать, неприятностей, если можно неприятностями назвать гибель мирных жителей, там потерь и так далее. Харьковчанам следует быть весьма осторожными. Да? Весьма осторожными и понимать, что они снова стали прифронтовым городом в буквальном смысле этого слова. Ну, впрочем, я же говорю, это фигура речи, потому что по ним уже больше недели бьет полевая артиллерия, они это прекрасно понимают сами по себе. Тут скорее для других, кто не харьковчане, такая информация, чтобы вся страна понимала, и кто нас смотрит, что происходит в Харькове. Ну, конечно, да. 8 минут мы в эфире. Вот смотри, а вот разговоры о том, что к Изюму, ну, получается, это как слева, что сверху, вот если говорить об изюмском направлении, все-таки попытка ВСУ как-то... Не, ну мы движемся, но это же движение с боями. Это же не просто... Ну, понятно, но а какая там перспектива? Судя по открытым заявлениям нашего же генерального штаба, по названию населенных пунктов, там любой может взять карту и посмотреть, мы движемся вдоль Северского Донца. Мы сейчас смотрим. Движемся вдоль Северского Донца в сторону Изюма, причиняем различные неприятности и заодно отсматривая варианты того, что не даем им переправляться или даже мечтать о переправе в тех районах. Вот, поэтому мы знаем, что делаем. Вопрос успеха этого движения, вопрос спорный. Ну, как бы неизвестно, да, какими силами мы наступаем. А было широкому загалу людей. А если бы было известно, то я бы ясное дело, что не сказал бы. Война. Движемся, мы смотрим. Да. За сегодня новых названий населенных пунктов не анонсировали ни на Харьковском, ни на Херсонском направлении, что обычно с военной точки зрения означает, что стороны тормознулись и подтягивают резервы для дальнейшего наступления. Создают возможности для продолжения наступления. Это касается Херсонского и Харьковского. А противник давит от Славянского и от Попаснянского направления очень сильно. Ну и южнее, с юго-востока от на Лисичанскую и Северодонецкую агломерацию, скажем. Так, ну хорошо. Я скажу, что это развяжется. Это развяжется в понедельник, когда мы включимся, уже завтра мы пропустим, уже будет много новой информации, нового понимания, как бы что произошло за это время, но новой логики, куда двинулось, куда не двинулось, кто имел успех, кто не имел успех. Кто внимательно за нами смотрит каждый день, он понимает, что бывает не очень насыщенная информация, например, как вчера. Не, ну, да. Бывают не менее насыщенные, потому что возникает там тактическая пауза, стороны подтягиваются, решают куда, как, что есть. И там приходится говорить так, как я, использовать формулировки, которые я сейчас использую. Что без особых изменений, действия на том же направлении, там сохраняются те же тенденции и так далее. Но два дня это много, и в понедельник будет много информации, могу точно сказать. За это время что-то произойдет, что-то существенное. Угу.
Так, понятно. Ну вот смотри, давай тогда обратимся ко всем сопутствующим вопросам, которые, конечно, и безусловно влияют на войну, на линию фронта, на передовую, конечно, влияют. Вот смотри, закончился визит, значит, Макрон, Шольц и Драги в Киев. Ну, после этого уже был на следующий день, значит, Борис Джонсон. Но вернувшись обратно, как-то риторика от киевской, там то, что они говорили на итоговой пресс-конференции, она стала двигаться в сторону опять этих резонерских увещеваний насчет того, что все равно другой альтернативы нет, нужно договариваться, нужно вести переговоры с Кремлем, с Путиным и так далее. То есть вопрос в следующем. На твой взгляд, может быть, взгляд окружения, там, понятно, первого лица, там, Банковой, какая перспектива дальнейших разговоров о мирном плане итальянском или его диверсификации определенной? И... Никакой. Невозможно. Перевернута ли эта страница окончательно? Вот о чем вопрос. Она как, она как минимум существенно сдвинута до каких-то там серьезных успехов с нашей стороны. Вот. Я не думаю, что это вообще актуально, потому что чем дальше в лес, тем больше понятно, что и Запад убеждается, что речь идет о том, что мы должны нанести России здесь военное поражение. Не, ну Шольц говорит о другом, и Макрон мягко, но говорят о другом, о том, что нет, все равно. Они говорят, все равно закончится мирным соглашением, но Украина должна с позиции силы разговаривать. Ну, с украинской позиции, да, должны быть эти переговоры, да. Когда Украина доминирует на переговорах. Какие условия для доминирования? Они же по замалчиванию это не говорят, но нам-то понятно абсолютно, что доминировать мы можем только, когда мы навешивали люлей, да, и доминируем, сидим сверху, как бы, ну, вариантов нет. Вот. И ну, в здравом уме это весь мир, по-моему, понимает, как бы, да, включая Шольца, Макрона и Драги. Другое дело, что ну, а вы там покажите нам возможности, да, свои украинцы, там продемонстрируйте нам что-нибудь яркое, чтобы вот там, типа, вот мы поверили и так далее. Но поскольку российская армия сохраняет еще наступательный потенциал, а мы его еще не накопили в должной степени, некоторое время продлится вот такая тягомотина. Серьезные сдвиги в политике, в заявлениях, в перспективах мирного процесса, там вообще перспективы появятся после крупного оперативного успеха одной из сторон. Либо россияне берут Лисичанск, там Северодонецк, но мы все равно покажем им дулю и продолжим воевать. Либо мы берем Херсон, например, и тогда мы уже покажем им две дули, а может быть даже и три. Не, ну конечно, вопрос кто когда. Поэтому, да, все идет к этому успеху. К сожалению, в современной войне этот успех не дается яркими ударами, там, прорывами. Они даются медленным накоплением потерь на конкретном участке фронта, которое перерастает количество в качество, меняет системную ситуацию и там продавливается и оборона, и вперед, и вперед. Когда воюют такие армии, как наша и российская между собой, которые, ну, условно говоря, примерно равны по силам и возможностям, и уж во всяком случае является армией одного и того же поколения, там с разницей, может, в плюс, в полбалла, то яркие успехи невозможны. Яркие успехи возможны, когда воюют армия пятого поколения с третьим поколением, вот как американцы с иракской воевали. Тогда да. И ну, то 22 дня понадобилось. По... Очевидно, да, 22 дня понадобилось при полнейшем превосходстве, чтобы проскочить там в этот Багдад и так далее, и так далее. А при таком, как у нас, когда там, условно говоря, поколение 3 плюс с поколением там, 3 плюс 4, это долгая история. Это как бы, да, темпы не выдерживаются, оперативные нормативы не выполняются, потому что, ну, я же говорю, российское наступление было спланировано так, что по российским же нормам они должны были за 10-20 суток проскочить 250 километров. Тут вот эти самые большие клещи выполнить, которые с самого начала планировали. Так куда там, если они гаражный кооператив там берут в Северодонецке уже все, больше 70 суток и никуда не могут продвинуться, то какие там клещи, какие-то там только накапливанием потерь, таких вот, пока вот соломинка не сломает спину верблюда и не произойдет оперативный скачок какой-то. Мы посмотрим. Кто кого скакнет, да? Куда? Угу. Так, ну хорошо, ладно, отставим, значит, Западную Европу, отставим Макрона, Шольца и... Я к чему хочу? Я скажу, да? Хочу сказать очень важную вещь, Марк. Вот чего надо понять нашим зрителям. Что не надо воспринимать все эти заявления как окончательные. И всю эту политику и прочее, прочее. Она будет меняться в зависимости от обстановки на поле боя. А мы работаем на то, и российская сторона работает на то, чтобы эта обстановка так и поменялась. И вот после нее будут новые заявления, новая политика. Конечно, общий контур останется рамочный, но как бы не надо думать, что мы же привыкли мыслить. Смотрите, 115-й день войны, но очень многие идут по инерции Минского процесса, который до этого 6 лет существовал.
что если нормандские посредники там, или Старая Европа, или Запад сказал что-либо, то это уже не переменить. Бедная Украина, верная Украина будет слушаться. Это не так. Мы сейчас можем это все менять прямо на поле боя. И будем менять. А они будут вынуждены корректировать и свои заявления, и свою позицию, и свою политику, которую они проводят. В чем-то главном она, конечно, останется той же самой. То есть, как бы вы там доминируете, но в конце концов надо примириться. Но варианты этого доминирования и этого примириться могут быть самые широкие. Как бы, да. А кроме того, не надо забывать, что у нас есть своя политика, которая далеко не всегда согласована с их желаниями. Украина проводит свою политику, начиная с того, что в негативном варианте, то есть в варианте уцелеть, и в позитивном варианте навешать люлей и, так сказать, сделать так, чтобы второй раунд войны нам не угрожал в ближайшее время. По причине невозможности Российской Федерации его проводить, этот раунд. Поэтому у нас свои цели и задачи. Более того, нам некуда деваться, нам надо, как бы, у нас вариантов нет. Мы не хотим всю оставшуюся Украину в бучу превратить большую, а именно это нам грозит, если мы проиграем. Отсюда и возникло... Ну, конечно, да. Отсюда и возникла, повторюсь, эта история, когда британцы сказали, что мы будем готовить вам пехоту медленно, методично и долго, потому что это дождь надолго. Это дождь надолго, и к этому надо привыкать, что мы будем молоть медленно. Медленно, но уверенно и методично. Тут сообщил один из источников, что командующий российским ВДВ Андрея Сердюкова уволили из-за потерь, ну или поменяли, как угодно. Это инсайдер сообщает со ссылками на некоторые источники и в Украине, не знаю, пока никто так не подтверждено. Здесь ведь всегда вопрос какой, они будут всегда скрывать, командующие это серьезная фигура, ВДВ тоже серьезная структура, но тем не менее, может быть, тебе что-то известно, и как можно вообще оценить потери именно ВДВ, именно я имею в виду Украины? Потери очень тяжелые, потому что их бросили в первой волне, преимущественно на Киев, для того, чтобы быстро, молниеносно захватить и там, значит, продемонстрировать. Они же звонили перед войной накануне и заказывали... Ты мне рассказал, да. Заказывали в ресторанах, да. Наш, кстати, ресторан перезвонил им обратно и сказал, так что, парни, как это, предзаказ вернуть? Приезжайте. Приезжайте. Все уже накрыли? Да. Наши рестораторы тоже с юмором оказались, да. Перезвонили обратно. Вот, так потери в некоторых подразделениях уровня рота батальон до 60-70% достигали. Причем ВДВ повышибали еще золотой запас каждой армии, то есть это звено, командир батальона и штаб батальона, командир бригады. Вот на этом уровне штабы, то есть это наиболее подготовленные специалисты в расцвете сил, еще не оторвавшиеся от земли, которые выполняют связующее звено между высшими штабами и войсками. То есть это золотой запас комбаты и штаб бригады, командир бригады, это золотой запас любой армии. И вот его повышибало очень сильно, вплоть до полной гибели многих полков, командование многих полков и бригад, отдельных батальонов и так далее. Очень сильно пострадали. И, безусловно, потери колоссальные просто. 76-я дивизия Псковская пострадала наиболее, по нашим данным. Но многие бригады и другие дивизии очень сильно пострадали. Очень колоссальные потери десантников российских. Так, с этим тоже разобрались. Ну, посмотрим, подтвердится информация, не подтвердится. Ну, туда же морская пехота, которую кидали, туда же спецназ. Вот все, что бросали вперед, тоже все самое спецподразделение Росгвардии, которые бросали вперед, у них и проблемы. Вот сегодня прошла информация, что погибло 7 военнослужащих российского спецназа, там «Алмаз». Вот в один выход пошли и не вернулись там. Есть другая информация, но я подожду сутки, когда подтвердится, скажем, в понедельник. Ну, скажем так, информация о том, что накрыли, возможно, командный пункт одного из соединений очень высокого уровня. С возможной гибелью 2-3 генералов опять. Ну, надо проверить, да. Потому что такая вещь. Не будем спешить. Это в какой-то степени стало рутиной. Да. Рутиной уже перепроверим, доложим. Ну да, потому что нам, как бы, конечно, лучше проверенную информацию. А, смотри, вот еще такой блок вопросов. Некоторые мне пишут об этом. Касается введения визового режима Украины с Россией. Ну, я вообще всегда выступал именно за него, еще до всяких войн, потому что это было бы проще и яснее. А, сразу же как-то в стойку встали те, кто... А такие есть... россияне, которые действительно, ну, без Б, что называется, поддерживали Украину и являются, в общем, оппонентами власти в России. Они выезжают, кто-то имел планы въехать в Украину, кто-то даже собирался воевать, кто-то остаться, там еще что-то.
Вот здесь как эти вопросы, на твой взгляд, будут решаться? Они же могут рассчитывать получить визу там? Ну, в третьей стране, естественно, в России это получить невозможно. Ясное дело, смогут получить. Более того, по поводу воевать, я могу сказать, что у нас, кстати, новости, у нас большой приток в Легион Свободы России. Скачок. Да что? Скачкообразный, да, приток. И, ну, уже за сотни людей, за несколько сотен людей. Ну, просто скачок, скачок произошел где-то на 250 человек в течение вот этих нескольких дней. Внезапно так щелкаешь. Это русские, это приехавшие, кто это? Да, это россияне, которые добираются через третьи страны, через Россию и так далее. Из России. Но интересно, что вот он произошел. Я пытаюсь его понять, в чем дело, но разберемся рано или поздно. Буквально за несколько суток. Хлоп, и так массовый приток. Раз, во-вторых, ну, уже речь идет о том, чтобы там, дублировать подразделение, расширять его, потому что не вмещаются все желающие. Второй момент – это то, что, ну, понятно, что виза – это же не означает закрытие границ. Виза, ну, это означает... вот это и надо объяснить, потому что многие это восприняли именно так. Нет, виза означает, скажем так, облегчение украинской стране, процедуры проверки и не впуска нежелательных элементов, скажем, которые вызывают подозрения и так далее. Потому что виза – это как-никак рассмотрение каждого человека, который желает приехать, в более подробную лупу, чем безвизовый режим. Дает нам нашим спецслужбам дополнительные возможности защитить Украину от проникновения там, элементов, которые нам не желают. Да, но там, людям, которые представляют российскую оппозицию, которые там с именами проверены, с рекомендациями и так далее, я думаю, что они получат возможность такую. Здесь можно не волноваться. Ну да, логично. Логично. Так. Вот смотри, тогда следующее. В общем, ограничения вводят и третьи страны, которые союзники Украины. Вот Литва, например, в Калининградскую область запретил транзит. Ну, то есть, вой на болотах раздался знатный. Да, уже началось с этого. То есть, да. Ну, это все-таки Восточная Пруссия, место такое, понятно, историческое и так далее. Насколько вообще вот эти анклавные участки, а в каком-то смысле тот же Калининград, он же... выглядит так же, как Приднестровье, например, да? Всегда анклавное, туда попадать можно только с воздуха. То есть, воздух, море. Понять. Море почему? Морем можно попадать? Ну, морем, да. Море. Это важно для снабжения. Снабжение морем можно оказывать еще. Хотя это целая логистическая операция, сложная и нудная, и тяжелая. Вот в принципе, сказать, вся история, связанная с изоляции России, ты же знаешь, там в порты нельзя заходить, танкером и так далее. Но она куда-то развивается, значит, у этого есть перспектива, чтобы Российская Федерация вообще лишилась коммуникации как таковой, вообще говоря, с Европой. Ну, с одной стороны, транспортные, есть два вида санкций, которые очень тяжело проходят, транспортные и энергетические. С другой стороны, некоторый успех есть и в них, и вообще комиссия Макфол-Ермак отсчитала, что 48% запланированных санкций уже в деле, уже работают. Но логистика и энергетика, понятно, это два базовых кита человечества, индустриального человечества, и так просто от них отказаться очень сложно. То есть это будет трудно, это будет, сразу скажу, быстро не будет, но тем не менее, там ограничение заходов портов, там, диверсификация газового рынка, Германию уже отключили там, на десятки процентов, Италию на там, 15% сейчас, Газпром и так далее. Это все работает точно так же, как накопление потерь на линии фронта. То есть постепенно количество, каждый день оно незаметно, потом оно переходит в качество и ломает спину верблюда. Поэтому, ну что такое, например, блокада Калининградской области? Это Российская Федерация должна проводить логистическую крупную операцию, причем на постоянной основе, которая будет снабжать Калининградскую область и, в частности, стоящие там войска. Это издержки, и это самое главное, это что? Это банк логистических возможностей сильно уменьшается, которые нужны для того, чтобы снабжать группировку в Сирии, там остатки ее, или сирийский режим, для того, чтобы снабжать группировку в Украине, для того, чтобы снабжать группировку в Беларуси. Все это снимается, логистические возможности Запада, западной части России, западного округа, читай, военного, снимаются и тратятся на снабжение теперь калининградской группировки, а значит, возможности по снабжению группировки в Украине уменьшаются. Это уже нам на пользу, крупно. И вот так вот шутками, прибаутками, откусывая по кусочку, по миллиметру там, потихоньку меняется ситуация. Эта война, хочется назвать ее капельной войной или пипеточной. Санкции пипеточные, передача оружия пипеточная, российские действия пипеточные, наши действия пипеточные, там ухватили, укололи, отгрызли там одну деревушку и так далее, и так далее. Ну, в общем, как можем, так воюем. Кстати, о птичках, Политека издание американское только что написало, что
Политику. Да, политику, да. Дадут, возможно, еще 4 Химарса нам дополнительно американские. Да, я вот тоже это прочитал. Ну, уже плюс. 4 Химарса, да, выставленные на конкретное направление, могут на ширине фронта в 100 километров очень сильно поменять обстановку в нашу пользу. Поэтому не такая плохая история. Спасибо. Ну, это все в рамках пока еще не ленд-лиза, а из собственных ресурсов. Ленд-лиз чуть пойдет, да. Но это помощь, которая. Военная помощь американская разделена на две основные блока. Первое — это решение самого президента американского, который может оказать немедленную помощь, там, просто отдать приказ, закон ему позволяет, передать такое-то вооружение. А второе — это ленд-лиз как таковой, который проходит по программе финансирования и так далее. Так вот, он чуть попозже пойдет. Он еще не пошел. Сейчас идет помощь, которая передается в рамках ранее принятых решений, решением президента Соединенных Штатов. Что ленд-лиза еще нет, ленд-лиз еще приедет. Как бы, да? Что весьма обнадеживает нас и очень горьким эхом отдается в российских штабах, я подозреваю. Почему да? Ну, смотрите, вот внимательный человек, я это такие вещи не обобщаю, но вот обобщу, чтобы люди учились думать. Ну, в хорошем смысле думать, не то, что они думать не умеют. Учились думать в военном направлении, военном и политическом. За неделю просто феноменальный прирост точности попадания украинской артиллерии. Буквально склады выносятся первым снарядом. Бац, нет, командные пункты и так далее. А чего? Спрашивается. Да, и чего? Значит, что-то произошло. Правильно? То есть лучшее вооружение пришли или что? Лучше вооружение, лучше средства наведения, возможно, там и так далее, и так далее. Поэтому тут возникает. Есть и иностранные. Да, да, да. Поэтому возникает вопрос: ну, не все же видно так явно. Ну, что такое там поставили 10 гаубиц? Ну, вроде как мало. Но 10 гаубиц, например, с артиллерийскими радарами и системой там, управления более совершенной, это уже как там 40 российских гаубиц. Кто эти коэффициенты меряет, и кто, и кроме военных профессионалов, которые в этом понимают, гражданским сложно это оценить. Но мы видим по практическим результатам на поле боя и можем подсказывать, интерпретировать, чтобы люди понимали, что происходит. Но могу сказать, что что-то произошло, и точность нашей артиллерии резко возросла, кратно возросла. И эффективность, соответственно, ее действий. Поэтому, ну, видите, всякое случается. Не все меряется непосредственно в орудиях, иногда это меряется в том, что их наводят. Там, ну, или что, другими что, способами что, косвенно влияет на ситуацию, на поле боя, на эффективность. Угу. Вот смотри, вернемся к санкциям. Лето так, в общем, скорее начинается через замирение темы санкций, потому что долго продавливался этот шестой пакет. Он сопровождался небольшими персональными санкциями, прямо скажем. Не такими, как были в начале. Ну, какими-то там, не знаю, патриарх Кирилл залетел в британские санкции. Но в целом, как бы, я бы сказал, есть некая пауза по части вопроса секторальных санкций, санкций персональных, санкций энергетических. Тогда все равно какое-то замирение есть. Но вообще, ты говорил о комиссии Ермака Макфола, интенсификация какая-то возможна вот на этом отрезке в течение лета? Там, я имею... Нам всем надо понять очень важную вещь. Интерес к войне в мире упал. Упал он по двум причинам. Упал он по двум причинам. Во-первых, потому что война идет очень долго. Объективно. Как бы да. Во-вторых, лето. Лето – это всегда падение, это политическая пауза. И так далее, и так далее. Все идут в отпуска и прочее, прочее. И мы же это все прекрасно понимаем. Третье. Значит, объективно на фронте не происходит ярких оперативных успехов, яркого движения, которое могло бы перепугать, например, Запад. В варианте, типа, давайте даваем срочно оружие Украине, иначе они потеряли Северодонецк, Лисичанск, ай-яй-яй, что будет дальше. Или наоборот, страшно обрадовать Запад, смотрите, они отбили Херсон, как бы, или Изюм, давайте, как бы, да, дадим им еще раз, у них так хорошо получается. Поэтому до крупного оперативного успеха одной из сторон на фронте эта ситуация не очень изменится. Что касается группы Ермака и Макфола, они работают планово. Планово. Вот сегодня, и все это только доступно профессионалам и тем, кто внимательно следит. Вот группа с финансовых мероприятий, например, ФАТФ знаменитая, которая мониторит финансовые транзакции, они признали, что военные действия РФ против Украины противоречат основным принципам ФАТФ,
направленным на обеспечение безопасности и целостности световой финансовой системы, и, соответственно, приняли новое решение на пленарном заседании, где Россия не может выполнять ни одних управляющих либо консультационных ролей и принимать участие в принятии решений в становлении стандартов, процессов и экспертной оценки ФАТФ. Прекращается деятельность России в ФАТФ, их убрали от управленческих решений и так далее, и так далее. Это же, ну такая штука, ну вроде как убрали, кому это там понятно? Не, ФАТФ серьезная организация. А ФАТФ это, да, но широкие народные массы этого не понимают, для этого сидит Фигин Арестович и пытается разъяснять, да, в хорошем смысле этого слова, показывать людям указкой, вот посмотрите сюда, ФАТФ это очень серьезная организация. И вот это постепенное отрезание, оно, новость ярко не звучит, это не взятие населенного пункта, да, там, или попадание по командному пункту. Но это очень серьезное подрезание подколенной жилы путинскому режиму. Медленное, аккуратное, которое накопится. И обязательно в какой-то момент колени подломятся. Ну, что касается, он, Швейцария присоединилась к санкциям ЕС, шестому пакету, например. Тоже вроде как незаметно, а как посмотреть? Швейцария, мягко говоря, непростая страна. Правильно? О, да. Правильно. Вот, значит, ну опять же, тут же как посмотреть, если Кремль на 60% сокращает поставки газа в Германию на 15% в Италию, то он сам на себя санкции накладывает. Поэтому. Ну, они пытаются, пока еще есть возможность для люфта играть на опережение, вдруг те откажутся. Специфика, это лето. Поверьте мне, вне зависимости от того, что будет происходить на поле боя, к осени ситуация резко интенсифицируется. Резко. Потому что начнется новый политический сезон с соответствующими выводами, желаниями примирить, желаниями, наоборот, наказать. И все это придет в огромное значение. В серьезное движение. А, ну, лето есть лето, тут есть своя специфика. Или когда, например, одна из сторон резко придет в движение сама, не дожидаясь конца лета. Но поскольку российская не придет, судя по тому, что у них происходит, а происходит у них следующее. Во многих подразделениях 30-40% отказников. 30 – это колоссальная цифра. Это значит, морально-психологическое висит на нитке. И во многих подразделениях от 30 до 50%, в зависимости от подразделения, старое вооружение, военная техника, устаревших образцов, снятых с хранения. То есть Россия выматывается, российская армия выматывается очень медленно, потихоньку, медленнее, чем нам хотелось бы, но выматывается. И рано или поздно это скажется. И вот если мы пойдем в наступление, когда мы пойдем, то события опять станут яркими, у нас будет с тобой по 1 200 000 онлайн, да, и мировые новости опять станут на уши, потому что, ну, например, продвижение освобождения населенных пунктов, попадание российской армии в окружение, там, да, сдача в плен, уничтожение этих котлов и так далее, это очень яркие новости, на которые снова будут все реагировать. Мы сейчас в относительной паузе, но это пауза не прекращения, а пауза накопления условий для того, чтобы все пришло снова в движение. Оно придет обязательно. Здесь это надо очень четко понимать. Здесь никакой двойной трактовки быть не может. Волноваться как бы не за что. Придет. Ну, понятно, здесь всегда, зачастую люди хотят быстрее, чтобы все закончилось, или быстрее пришло к какому-то определенности по части прекращения войны. То есть, это понятное желание людей. Естественно, реальная жизнь, она всегда отличается. Вот. Харьковчане, тем не менее. Харьковчане пишут, зачем пугаете город? Коллеги, я не пугаю, я предупреждаю. Вы должны прекрасно понимать, что в Харьков прифронтовый город. И здесь не надо питать лишних иллюзий. Особенно в отношении, например, пребывания детей там и так далее. Но с другой стороны, первое, мы имеем опыт обороны Харькова в куда более худших условиях, чем это было вначале. Во-вторых, надо понимать, что наше командование сидит, сложа руки, и не ждет, пока там к Харькову ближе придвинуться и так далее. Мы принимаем меры. Все взрослые люди, все принимают решения сами, исключая госслужащих, военных и врачей, которые, ну, как бы вообще клятва Гиппократа, там туда-сюда, да, как бы там надо себе смотреть. Все, у меня в Харькове полно родственников, поэтому это мнение и друзей, это не чужой мне, мягко говоря, город, я знаю, что я говорю. Я предупреждаю. Прифронтовой город, надо вести себя соответственно. Тревога, прячемся и так далее. Поэтому выезжать, не выезжать, решает каждый сам. Я говорю, исключая тех людей, которые выполняют свой долг. Поэтому моя оценка очень простая. Я никого не пугаю. Я честно говорю, как обстоят дела. Я еще могу вас трижды повторить, что российская армия не возьмет Харьков. У нее нет никаких возможностей для этого. И даже не выйдет на его окраины. Но опасность, да, была, есть и может быть еще достаточно долго. Там, в этом районе, опасность обстрелов и прочее.
Ну что же, мы 35 минут в эфире. Сегодня суббота, дадим себе паузу. Напоследок еще раз напоминаю, что мы продолжаем нашу программу благотворительную, заключающуюся в том, что мы принимаем работы цифровых художников. Это просто всего-навсего с высоким разрешением цифровые изображения их картин, их работ цифровых, к себе на почту. Кстати, Марк, еще одна вещь, которую я хотел сказать. Да, нельзя промолчать, потому что резонансная тема. Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заверил, что быстрый захват области стал возможен благодаря измене завербованного спецслужбами РФ сотрудника СБУ. Речь идет о замглавы областного Херсонского управления СБУ или помощник начальника Игорь Садохин. Считается, что он выдал карты минных полей, расположение наших войск, да, и координировал действия российской авиации в момент, когда по телефону, когда Херсонская СБУ ушла в эвакуацию. Он был задержан еще в марте. Вот. Потом президент уволил руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучка, лишил его генеральского звания и сказал, что продолжается работа правоохранителей там. Так вот, в Украине случилось невозможное. В Украине впервые начали называть конкретных виновных. А у нас же общественный договор заключается в том, что виноватых нет. А когда нет виноватых, все виноваты, и всегда виновата центральная власть. Это то, что я пытаюсь объяснить. Нет конкретных виноватых, будете вы виноваты все. Даже если вы абсолютно не виноваты. Поэтому, как бы, думайте. Ну и обществу это не на пользу. Мы не учим свои уроки, когда не называем конкретных виноватых, степень их вины. Ну вот первое такое серьезное движение по очень резонансной теме. Глядишь, не последнее. Да. Ну, хорошо. И это просьба от разных лиц из чата пригласить Такаева в Киев. Пора, типа, Такаева уже подъехать. Да. Такаева в очень сложном положении. Не знаю, надо ли его пригласить в Киев и таким образом подставлять. Ему нужно. А хорошо, почему? Ему нужно провести, он пошел член ОДКБ до сих пор, как ни крути. Да, имеет экономические отношения с Российской Федерацией. А ему нужно. Ему нужно провести свою линию между. Ну, нужно, как бы ему понятнее. Лучше понятно, что ему нужно, но это фигура речи с моей стороны. Я отнюдь не даю ему рекомендации, ни ему, ни казахскому народу, ни казахскому правительству. Это было бы слишком самонадеянно с моей стороны. Нужно в виде фигуры речи, нужно провести тонкую линию между Китаем, западными инвесторами. Там игроками, да, в нефтегазовом секторе Казахстана. Ну, он же и сделал. На ПМФ он это сделал. Да, он сделал это блестяще. Я думаю, что он справится. У него все будет хорошо. И у казахского народа и далее. Казахи нам сочувствуют, казахи нас любят. Я точно это знаю. Да, казахи за нас, потому что вообще-то Украину репетировали в Казахстане перед вторжением сюда. И казахи прекрасно понимают, кто кому, почему и в какой резонанс звонит. И угроза на уровне заявлений депутатов Госдумы к Северному Казахстану никуда не делось. Они прекрасно все понимают. Ну да, и мужа это чучело, это Киасаян. Помните, тем более она сидела на ПМФ, модерировала. Поэтому руководство Казахстана и Украины решат, в какой степени им взаимодействовать. Я думаю, что все будет отлично между нашими странами. Мы всегда дружили. Всегда. Ну да, ну хорошо, давай завтра у нас, как мы понимаем, перерыв, да, зрителям. Перерыв. Да, у нас завтра будет другой эфир, раз не может Алексей, у нас там будет Геннадий Гудков. Такой сделаем прекрасный эфирчик, обсудим прошедшую неделю, ПМФ подробнее, там оттуда мне всякие мои инсайдеры писали, с ПМФ присылали всякие видео, там обсудим проституток, которых нанимали. Там целый эскорт-отряд работал, но обоих полов, имею это в виду. Ну, там это они всех называют педерасами, а на самом деле там все непросто, между прочим. Вот, ну да ладно, в общем, смысл в том, что мы день пропускаем, но так или иначе, повторяю, участвуйте в программе помощи. Вот мы последние послали вдове Юлии Чубашевой, да, средства. Вот. Новые работы мы будем размещать, соответственно, получаемые средства. Там не так все просто, это все в этих чертовых эфирах. Сейчас это все падает, криптовалюта, там по-другому их не реализовать. Таково условие биржи OpenSea. Ну, ладно, мы с этим справимся, но в любом случае, вот это у нас
такая история. Присоединяйтесь к ней. Алексей, тогда до послезавтра.